Детей, нуждающихся в крепких семьях и поддержке со стороны взрослых, стало больше. Муниципальные депутаты рассказали об итогах работы в сфере опеки и попечительства. Специалисты вынуждены признать, проблемных семей и детей, которым нужна забота, в районе стало больше. О том, что ребенку требуется помощь, в органы местного самоуправления сообщают врачи и школьные учителя. Всего на учете в Московском районе сегодня числится 337 несовершеннолетних. Сотрудники муниципальных образований стараются подобрать детям опекунов и определяют своих подопечных в приемные семьи. К потенциальным усыновителям предъявляют повышенные требования. Они проходят собеседование и обучение на специальных курсах. Любой малейший сигнал, он вызывает ответную реакцию на то, чтобы вглядеться, всмотреться, поговорить. Опекун приходит в обязательном порядке в отдел опеки. Он сдает отчет о своей работе с теми денежными средствами, с тем, что имеет опекаемый ребенок. Опекунство – это самый распространенный в районе способ помощи детям. Например, в этом году в муниципальном образовании Гагаринская 14 ребят взяли именно под опеку. Восьмерым малышам удалось найти приемных родителей. А вот с усыновлением сложнее всего. В этом году не было ни одного случая.